Путь такой, выйти замуж быстро и прорваться через самые плохие моменты. Вообще, первое, как выйти замуж быстро? Андрей Андреевич, дайте совет. Даю совет, эзотерический. Найдите или зайдите в Инстаграм, сосредоточьтесь и напишите тысячи молодым или красивым девушкам хорошие пожелания. Напишите: ты очень красивая, желаю тебе счастья, милая зайка. Или напишите: еще не видела никогда такой красивой девочки, очень желаю тебе счастья, если не замужем, замужества. Можете сами не писать. Вы можете попросить GPT-чат, чтобы он все написал для вас. И отправьте это большому количеству людей. То же самое с мужчинами можете сделать. Каждому мужчине напишите слова. Сразу видно, что очень талантливый, я не знаю, бизнесмен. Я желаю тебе успеха и счастья. Просто так напишите людям, это не стыдно. Напишите просто так это людям, это не стыдно, потому что такие люди, которые получат эти сообщения, они прочитают. И это сделает вас очень популярными и богатыми. И это привлечет в вашу жизнь материальное благополучие. Нет торговли, нету мужа, напишите такие сообщения. Девушкам напишите сообщения о том, какие они красивые. И 1000 сообщений напишите, 1000 мужчин будет хотеть вас, с вами встретиться. И будут хотеть с вами связать дружбу или судьбу, или просто какие-то отношения. Если вы мужчинам напишите о том, какие они обалденные, какие у них хорошие машины, какие там мышцы и так далее, то это все скажется на материальное благополучие. Помните песню Булата Акуджавы? Давайте говорить друг другу комплименты для того, чтобы давать все время, для того, чтобы осознавать хорошие моменты. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь жизнь короткая такая.